привет, друзья. Погодка не меняется. Едем поменять шаровое, вторую сторону. Тогда уже поздновато было, мы не успели. Чуть потеплело, но все равно какая-то ночью 8. Просто уже и май закончился, а зима не заканчивается. Какая-то у нас сплошная, все в одном целом: зима, весна, лето. Сейчас покажу вам, как на Grand Cherokee ВК меняются шаровые. В прошлый раз меняли в онлайне. Ну, там он очень длинный, много потерянного времени. А сейчас просто в записи поменяем все без лишних потерь времени. Так, друзья, ну что, замена шаровых. Не забыть всем отключить датчик АБС-а. Ну, колесо снять, суппорт открутить, все просто. Тормозной диск в сторону. Рулевой наконечник тоже легко. Так, еще стабилизатор надо будет открутить вот в нижней части. Так, теперь съемничек. Обязательно съемничек, шаровая. Потому что нельзя стучать молотком ни в коем случае. Вот эта часть у нас алюминиевая. Поворотный кулак, он алюминиевый, то есть ни снизу, ни вверху стучать нельзя. Его надо сейчас полностью снять, и будет доступ и к верхней, и к нижней шаровой. Потом съемничек с трубцинка. В общем, сейчас я верхнюю снимаю. Ну, просто гайки открутили, и съемником работаете. Суппорт прицепили, повесили. В общем, все просто. Относительно. Ну, когда уже пробовал, тогда легче. Хотя и первый раз тут надо, чтобы был инструмент. И все. Так, ну, тут жестко все. Съемник сработал. Сняли. Ну, нижняя шаровая. Да, стойки верой и правдой 9 лет уже отходили даже. Да, 9 лет. Тоже немножко запотевшая, но надо будет заехать их проверить тоже. Так вроде держат, но в общем проверить на всякий случай. Ну, нижняя шаровая вообще нет никаких дефектов. Сейчас я ее шприцану и не буду трогать. Тут так неудобно. Ну, не потому что неудобно, а потому что целая, лучше не трогать. Верхняя подустала. Друзья, вот струбцинка. Ну, шаровая, когда уже уставшая полностью, смысла там ее беречь нечего. Палец отрезали. И так намного удобней. Струбцина. Тут подбирается. Ну, по новой шаровой берете, меряете диаметр. Чтоб проваливалась старая. Ну, все, и давим. Тут уже усилие серьезное. Все, вам даже на камеру удалось показать. В принципе, и нижняя по такому же принципу выдавливается. Там только в нижний стопор. Ну, там не во всех есть, а стопором есть без. В зависимости, какое исполнение. Сейчас. Все, шаровая тут развалилась. Вот сухарь, что от нее осталось. Палец, точнее шар пальца тоже уставший. Так, выдавить. Еще корпус надо теперь выдавить. Корпус тут выдавить посерьезнее, вороточек надо. Сейчас выдавим, в принципе, идет. Сейчас может получится на камеру. В общем, давим, вы поняли, сейчас покажу.
все похоже. А вот и корпус. Все, сейчас новую ставим. Новый стаканчик надо подлиннее, чтобы вот тут хватило, чтобы не уперлось, палец не уперся в дно стакана. Ну и также задавливаем, как и выдавливали, только все наоборот. Так, друзья, ну все, теперь смотрите, вот новая шаровая, рычаг, трубка с глухой стенкой, чтобы шаровая провалилась, струбцина с подпятничком. Все, теперь давим, и она садится. Так, половину задавили, сейчас еще половину. Тяжеловатенько так идет, плечо большое. Ну, в принципе, это неплохо. Хуже, когда свободно. Смотрите, не додавил чуть-чуть, друзья. Проверяю, чтобы не уперлось в дно стакана. Потому что если упрется, то выдавит. Выдавит. Короче, испортим шаровую. Выдавит палец в заглушку. И все. И уже оно тут, видите, получается уже очень близко. То есть сейчас будем что-то подложим еще дополнительно, додавим, и все, можно будет собирать и кататься. Подобрали две проставочки поглубже. Ну, все практически на месте. Сейчас пару витков и все. Все уперлось на место. Все, теперь шаровую поворотному кулаку прикручиваем, наконечничек, датчик АБС возвращаем на место, суппорт, и поехали. Такая процедура несложная, если есть чем работать. Если голыми руками, кулак обязательно кончите, стучать по нему нельзя, так как он алюминиевый, повторю еще раз. Ну, снизу такая же процедура, но низ не будем трогать, но нет вообще люфта, то есть, ну, нет смысла мучаться, пока можно кататься. Сейчас шприценем его только. И наборчики применили. Ну, в общем, все собрал, все четко. Схождение, развал сделать. Подкинуть шины новые, давно они лежат. Никак не дойдет до них очередь, но уже дошла, в принципе. Можно кататься. Сейчас собираем инструменты домой. Да, площадя, конечно, большие, но условия немножко жесткие. Такой поддон на 4.0 моторе, блин, просто жесть. Мотор, конечно, очень старый, конструктивно. Весь чугунный, очень тяжелый. У меня стоял на виджее такой. Просто жесть. Так что лучше V8 покупайте. Рекомендую. Что, все. Всем пока. До встречи. На сегодня все. Так, все отлично едет. Закат, огонь просто. Дождь, справа танковая.